Лялечку себе купил. Вот она моя прелесть. 3900. Это полотно. 266 это вот эти два. Быстрый лес по дереву. Это 58. А это набор 665. Тут похоже. Ну, я вот тут не пойму. Тут и пластик, и дерево нарисовано. Это дерево, это дерево. Это вроде как по металлу. Длинно. Ну, просто на пробу взял недорогие. Посмотрим, что будет. Каленое железо мы не будем пилить. Просто для бинта. Так, тут что у нас? Это пила сабельная. 22 миллиметра допускает длину от 0 до 3100. Какой-то упор регулируемый. Это давно они уже выпускаются. Я очень-очень давно про нее думал. Думаю, блин, иногда нужно. Вот тут я как-то смотрел на все инструменты, бах, и на нее акция. Ну, конечно, после поднятия цен прошлогодних. Раньше-то она стоила, так она и стоила, где-то 3700 я видел она была. А потом она стала дороже, резко дороже. И тут, похоже, они выпустили новую, немножко получше, якобы. Но фиг знает, на косарь дороже. Вот, и я решил хапнуть эту. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. А там разница небольшая по характеристикам. Так, там пусто. Ничего там нету. О, еще одна пилочка будет. Пилочка 6 ТПИ. Вот такая же. Такая же пилочка 6 ТПИ. Ну ладно, классно. А я, блин, даже не толком-то и не изучал, что там. Ключ. Ключ вот он, шестигранник. Тут обычный щеточный мотор. По моему опыту, я думаю, сейчас у Ryobi без щеточного мотора нет смысла брать. Ну нет, переплачивать нет смысла. По крайней мере, на Шурике точно. Потому что Шурик, допустим, он сверлишь металл, а без щеточного мотора много магнитов, и они туда, эта пыль магнитная, сосется на ура. А щеточный мотор, он простой, он будет годами служить. У меня вот первый шуруповерт Ryobi, он 5 лет отпахал, две стройки, блин, и я, короче, потом у него кнопку перестала циклировать. Я его разобрал, долез до щеток, щеток еще половина была. Это просто вообще техника. И кто что говорит, что она Ryobi там матерком про нее. Это все хрень полосатая, потому что Ryobi хорошая техника. Пусть они с Макитами со своими там, или с Штурмами, или там еще чем-нибудь. Нравится им, пусть они их. А это свежачок май 23-го года. Май! Сейчас май 23-го, 19 мая. И это моя. Вы представляете, она тепленькая еще с завода. Классная. Так. Фиксатор. Чик. И потом нажимаешь. Чик. Нажимаешь. То есть просто так она не нажимается.
Сейчас вот прям сейчас попробовать не могу. У меня два аккума. Я их утащил. У меня под рукой нету ничего. Я смотрел обзор, как чувак его разбирал. Там простой алюминиевый редуктор. Внутри шестерни. Водило такое. Оно туда-сюда, значит, эту крутит. Там направляющие, все смазано. Простой, как шуруповертик, мощный этот самый движок. Короче, тут, блин, сделано вообще все круто. Я вам честно скажу, вот кто сомневается в технике Ryobi, зря. Не сомневайтесь, она стоит своих денег. Вот даже если шурик, он, представьте, он стоит 3600-3700 шурик. Самый такой. Если даже с ним что-то случится, блин, пошел и купил новый, а это на запчасти. Ну, это просто. Вот у меня есть гвоздезабиватель, я взял. Правда, еще 7 не работал. Тоже по акции за 11. Потом аккум четверку. Дорого, за 4. Давно брал. Аккум пятерка. Тоже за 4 недавно взял. Новый. Потом, короче, у меня зарядка старого образца, 3-амперная. Черная такая, толстая. Она классно быстро заряжает вообще. Новые 2-амперные зарядки. А в форме машинки, которая она 4-амперная, она дорого стоит. Потом, что у меня? Шурик ударный. Вот эта вещь вообще. Если у вас есть ударный шурик, который винтоверт называется, вы забудете обычный шуруповерт брать больше не будете для сверления шурупов. Ну, допустим, идет стройка, и вам надо шурупиться много. Какую-нибудь опалубку или еще там что-нибудь, каркасник делать. Ну, каркасник гвоздями обычно собирают. Ну, мало ли, что шурупов, много шурупов. Вы, короче, забудете про существование обычного шуруповерта. Сотки, 120-е шурупы в лиственницу на высоте, где надо давить. Фу, красота вообще. Вот этот вот самый простой, который щеточный шурик, винтоверт ударный. Он, блин, сейчас стал стоить 5700. Ну, или даже, 5700. Я брал другу в прошлом году за 5300. А сам я брал за 2300 давно. Представьте, это вообще техника неубиваемая. Так что плюньте тому, кто говорит, что Ryobi говно. Пусть макитами своими наяривает. А я буду использовать Ryobi. И я верю в Ryobi. Вот. Чего и вам желаю. Ну, будем попозже потом батарейки притащим. И поиграем, что-нибудь попилим. Снимем. Ценник вот. За вот это все 5000. Где такие цены? Все инструменты, ДНС, смотрите, на Озоне бывает. Ну, в основном я смотрю на все инструменты. Раньше ДНС до поднятия курса доллара хорошие цены делал. Сейчас он их не снижает. Зря не снижает. А все инструменты снижают и демпингуют. И часто у них есть промокоды. Там на главной странице, смотрите, есть на Ryobi акции промокоды. Потом я смотрел в Ютубе Денис Механик канал, у него Ryobi, а был промокод, я еще, вот когда батарейку за пятерку покупал, за 4, я его промокод использовал. Ну, это же круто вообще. Всем добра, любви и понимания. Всем пока. Тут демпфер стоит, а тут нету.
Это просто бутафория, а вот тут стоит демпфер. Эта штука тугая, вообще классно. Я думал, она как-то вот и все, а там, оказывается, надо еще дальше вот так сделать. Прикольно. Можно даже изобразить из другого полотна то же самое. Вырезал такой хвостовик и все. Этот хвостовик, он как-то называется. СС хвостовик. СС. СС. Так, теперь надо к ней какой-то чемодан придумать. Вот для чего она. Сучья. Обрезать деревья. Туда-сюда. Фанеру. ДСП. Дерево. Я тут недавно табуретку делал. И, короче, я лобзиком пилил. Ну, тоже первый раз, кстати. Лобзик тоже классная вещь. Но для таких дел это грубо будет, а для лобзика можно использовать мелкую. Ну, для табуретки, допустим, что-то мелкое, чтобы красиво было. А это вот, это дрова пилить, вот такие. Что-то типа деревьев. Вот. Чурки распускать. Молодцы, умеют делать. Зарегистрировал сейчас чек, плюс 3 года гарантии. Короче, на сайте Ryobi можно зарегистрировать инструмент и получить еще дополнительные 3 года гарантии. Так вот, я, короче, вспомнил, это не май, а неделя. W это week, неделя. Пятая неделя года. Так, ну что, добрались мы до аккумулятора. У меня есть на 2,5 и на 5 свеженький. Есть вот такие вот наборы бит всяких. Тоже давно покупал. Так. Чего мы попробуем? Сосну. Палку сосны. Классно. Так. Попробуем большую. Ну, научимся. В принципе, попробовал. Интересно. Мощно достаточно. Ну вот, теперь уже можно работать. Что-нибудь строить или делать. Вот про такое я говорил. Незаменимая вещь на стройке. Ударный винтоверт. РИД 1801. Офигеть.
штука. Вот так вот. Чик, вытаскиваешь. Чик, вставляешь. И попер.